Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот она, группа Auto Tutbuy. Как они быстро удаляют правду со стены. Вот люди размещают здесь результаты свои, видите. Люди ездили в Черногорию, размещают видео, размещают даже сертификат соответствия кто-то бросил. Ну, то есть, вот, все, только полный кретин, глядя на это, будет, ну, говорить, я не верю или еще что-то. А они, администрация Тутбай, они просто-напросто сносят это все. Просто удаляют коммент за комментом. Конечно, они не успеют, потому что здесь огромная куча ребят, которые зарабатывают деньги, которые имеют результат по продукту, отстаивают свое мнение. Но они все равно будут удалять, они все равно будут... нести людям чушь, неправду, клеветать на других. То есть, ну, Тутбай — это тот же телевизор, только в интернете, это уже все знают. Генеральный директор вообще мне ответила, что, видите ли, ее сотрудник пытался 3 раза зайти на тест-драйв, и ничего не получилось. Это чушь, каждый знает, что в течение 2 лет ни один тест-драйв не был сорван. Если только по техническим причинам, но в последние несколько месяцев все работает как часы. А то, что он, ну, у него не хватает маргарина в голове, и он заходит на тест-драйв за 10 минут до конца, а не за 10 минут до начала, и путает московское время с белорусским, так этому человеку нужно просто идти на стройку работать, а не работать на Тутбае. Хотя, мне кажется, там все строители сейчас, потому что, мне кажется, набирают по объявлению туда. И они, вот, смотрите, смотрите, ну вот, люди завалили своими результатами, куча людей, куча результатов, а они наглым образом удаляют тупо правду, тупо просто ее удаляют.